Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем с вами в игру «Веселый попугай». А вот и я привязала к вам. Попугай, попугай. Давай посмотрим, что у нас внутри. Это игра на равновесие? Попугай. Какой смысл этой игры? А смысл такой. Уложить все предметы на плот. Сейчас я его открою, покажу. На котором будет стоять попугай. И не упасть. Вот плот. Здесь у нас карточки. Странно, они одинаковые, все эти карточки, с этой и с другой стороны. Итак, мы открыли и достали все предметы. Сейчас я прочитаю инструкцию, как же все-таки играть. Цель игры – стать первым игроком, избавившимся от груза. Всем выдается одинаковое количество груза. Необходимо первым избавиться. А бананы – это тоже груз? Да, конечно. И вот эти груз. Они из чего сделаны? Они пластмассовые? Да, пластмассовые. Но бананы мягкие же. Ананасы. Мягкие бананы чуть-чуть. Нет, ну такие, да. Чуть-чуть мягкие бананы. Мне кажется, попугай мой попугай. Итак, вот плот. Давай вставим попугая. Мой попугай. А мы его отцепим? Отцепим? Потом отцепим. Сейчас отцепим. Его надо вставить. Да, когда наиграемся, отцепим, да? Вот, все, во, он встал. Сильно стоит. Снизу, смотрите, мы вставили птичку, и снизу появилась какая-то... Шарик. Какой-то шарик появился, да. И плот у нас теперь уже шатается, он уже не стоит устойчиво. Это твоя карточка. Это а порт. Что на карточках нарисовано? Это порт, на котором лежит груз. А Алиса сможет играть в эту игру? Это мой порт. Мой груз. Но это для 4 игроков, да? Да, для 4, но можно и вдвоем играть. Да, в общем, смысл такой, чтобы твой груз не упал с плота. Ну давай, зайка, ты первая. Ставь груз. Алиса поставила ананасик. Так, поправлять нельзя. Нет, все поставила. Все поставила и поставила. Папа ставит у нас грузик. Грузик. Теперь ты, Алиса. Я попробую вот это. Давай. Ага. Давай, я тоже. Давай. Все повторяется. Я теперь вот это. Давай. Вот так. Плот немножечко пошевелился. Так. Папа ставит бочку. Я тоже бочку. Я на твой таз, ага. Алиса, поправлять нельзя. Ну я просто какая башня делаю все. Я банан. Как будто нам стучат и царапается. Да, Мася хулиган. И у меня тоже остались бананы. Я хочу еще раз. И ничего не упало. Ну давайте следующие грузы брать тогда. Заполняем свои порты снова грузами. Нет, 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 нет. Ставь все назад. Ставь назад. И снова папа сейчас заполнит тебе следующими уже грузами порт. И будем дальше продолжать. Ставь, доча. Нет, ты сейчас грузик ставишь. О. Ого, ничего себе. Главное, чтобы не упало. А то ты проиграешь. О, папа, видишь, как креативненько. Теперь Алиса. Давай, доча. Я боюсь. Опа. Ну, ставь, давай. О, ничего себе, какая ты умница, умница, доча. Молодец. Так. Когда на нас. Вот сейчас уже сложно начинается. Так, куда мне поставить? Куда бы поставить? Даже Масе стало интересно, что вы там делаете. О, папа, молодец. А если она вам помешает? А? Ушла. Ушла. Теперь Алиса. Я... подумаю, что мне нужно вот это. О, куда бы засунуть это? Ух ты, папа держится, я в шоке. Так, Алиса, молодец. Теперь папа думает, куда бы ему затолкать свой груз. Она меня уделывает, просто уделывает. Только мою не разбей. Я поставлю бананчики.
Я тоже поставила бананчик в самом конце. Вот так, этот. Папа молодец. Алиса, тихонечко, тихонечко. Ну, я тоже поставила и банан. Алиса проиграла! Нет! Нет, Алиса, нет! Не, ну, она молодец на самом деле. Молодец, классная игра, кстати. Я хочу еще. Ну, давай заново. Давай. Давай еще раз. Смотри, как она тоже аккуратненько складывает все. Свой порт. Вот так. Ой, домики строим, домики. Молодец. Как вы думаете, у кого красивее порт? Я думаю, что у Лисы порт красивее все-таки. Красивее. У папы не красивый. Папа просто набросал грузы, да? Да. А у тебя очень красиво. Да, домик. Давай, ходи. Ходи, любимая, ходи. Я думаю, что я начну с банана. Давай. Yes. Молодец. Ой. Не поправляем. Ну, стоп, не упала. Вот так. Ладно, я поставлю. Давай ананас. Банан. Ну, я тут ананас поставлю. Куда мне поставить? Думаю, что я там... Нет, Алиса проиграла. Нет, это папа, но за упала. Ах ты смекалочка, это же папина упала. Такая, да? Хитрая, ну а упала-то у тебя. Да. Да, поэтому ты и проиграла, любимая. Давай еще раз. Давай еще раз, давай. И давай начну с банана. Опять с бананом? Нет, я не начну с банана, а вот с ананаса. Ага, а бананы забери только к себе в домик. Все, ты поставила? Да. Давай теперь я. Угу. Теперь Алиса. Опять ананаса. Ты опять проиграла. В общем, ананас на голове этой птички самое уязвимое место. Да, надо да, быть нужно аккуратным. Очень аккуратным. Ну что, Алиса, ты проиграла сегодня 3 раза. 3 раза. В общем, такая веселая, интересная игра под названием «Веселый попугай». Нам очень понравилось. Да, Лисюня? Да. Будем с тобой еще играть? Да. Давай, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить лайки. Жмите на колокольчик. Удачки, ребятки.